Здравствуйте! Сегодня у нас интересный объект, и я вам расскажу тему сегодняшняя. У нас такая, как подготовить частный дом от клопов. Мы сегодня работаем и генераторами, двумя холодными туманами и плюс опрыскиватели. Помещение большое, пойдемте дальше, я вам покажу, как мы подготовили его. Мы от стен отодвинули все на 30-40 сантиметров, потому что в стенах они живут. Вынесли все зараженные отсюда деревяшки. Насколько зараженные, насколько мы уже не можем их просто спасти. Сейчас здесь будем полностью проходиться на весь рост, получается. Проливать. Опрыскивателем, а потом мы будем затуманивать здесь просто будем все, окна мы закрыли. Пойдемте во вторую комнату, я вам покажу, как там мы будем тоже делать. Вот еще, обратите внимание, на диванах подложку посрывали все, то есть ее все удалили. Да, потому что было все заражено. Также вторую комнату мы подготовили. Тоже мы диванчик перевернули,